Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж считается одним из лучших образовательных учреждений среднего образования Вологодской области, а его выпускники трудятся в десятках школ и десятках садов региона. 4 декабря колледж посетили представители сферы образования Тарнеги. Делегация из этого муниципалитета побывала в главной кузнице педагогических кадров Востока области впервые. Мы собрались, чтобы обсудить вопросы взаимодействия в подготовке педагогических кадров для именно этого округа. Вопросы трудоустройства и также вопросы профориентации школьников на обучение в нашем колледже. Все это происходит в рамках проекта, который называется «Педагогические кадры Вологодщины». Это наш проект нашего колледжа, который реализуется уже 3 года. В формате круглого стола обсудили вопросы трудоустройства выпускников Великоустюгского гуманитарно-педагогического колледжа в соседнем муниципалитете. В этом особенно заинтересованы в Тарнакском территориальном отделе, где ощущается дефицит учителей и воспитателей. В Великом Устюге огромное множество настоящих педагогов, которые сейчас работают, раньше работали, они прошли Великоустюгский педколледж. Получили прекрасное образование, прекрасно работали, известны в нашем округе. Поэтому, думаю, есть традиции, и вот наше ожидание связано с тем, что мы как бы должны более плотнее и хотим это работать с колледжем для того, чтобы у нас были свои кадры. В сотрудничестве заинтересованы все стороны, и в этом направлении есть над чем работать. С 2018 года из 17 выпускников из Тарнеги продолжили работу на малой родине 5 человек. По Востоку области есть примеры удачного привлечения молодых воспитателей и учителей. В Нюксинице с выпускниками составляют целевые договоры, и это дает плоды. Добавим, что основные моменты встречи были занесены в протокол и станут основой будущего сотрудничества Великоустюга с Тарнакским округом. Степан Крижановский, Вячеслав Голиков, телеканал «Русский Север».